товарищ Тома Сойера. А сколько тебе лет? 33. Это здорово! Я вас всех приветствую. Меня зовут Жека, это канал Негодяй ТВ. У меня сегодня очень, как вы, наверное, заметили все, сексуальный голос. Как вы думаете, почему? Димон, есть варианты? Понятия не имею. Это Дмитрий. Сегодня Димон меня снимает. Спасибо тебе, пожалуйста. Ой, спасибо тебе большое, Дим. Пожалуйста, спасибо Пуэрто Мартос, там, Тудыски, Мудыски, что ты пришел сегодня в такой дубак. Сегодня минус 15, поэтому мы не будем чесать себе подмыхи, елозить свои, эти, как его, ляжки. Мы не будем лошадь дергать за... За что дергают лошадь? За хвост? За хвост. Мы будем сразу же снимать, потому что очень холодно, а надо выполнить миссию. Какая миссия? Задать каждому участнику по 5 где-то простых, а где-то и непростых вопросов, и за это закинуть немножко бабосов. По 1000 рублей за 5 правильных ответов. Димон, ты покажешь себя? У тебя очень сегодня красивое пальто. Да, давай. Вот это Димон. Посмотрите на него. Вот такой вот он. Человеческий детеныш. А если вы захотите познакомиться с Димоном поближе, вы можете увидеть его инстаграм или здесь, или в описании. Здравствуйте, девушка. Как дела? Хорошо, спасибо. Можно с вами пообщаться? Что происходит? А, это едет пожарная, где-то пожар. Как вас зовут, девушка? Даша. Дарья, сколько вам годиков? 14. Вы очень молода. Спасибо. Вы нам не подойдете. Пожалуйста. Извините, простите, Бога ради. Мне хочется более крупную брать аудиторию для своих видосов. Вообще, самый вот идеальный возраст, мне так кажется, это 27-48 лет. Но если 80 лет, тоже нормально. Здравствуйте, Найн. Ибон, не хотят, видите, взрослые. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение сегодня? Да у меня всегда замечательно. Это прекрасно. Не только сегодня. Вам не холодно в одном вот... Я вам расскажу маленький секрет. Ну-ка, давай, интересно. По традиции моих бабушек, на тоненькую косыночку внутри надевалась еще одна. Угу. То есть там у вас еще одна косыночка. Конечно. Это замечательно. Здесь красивая, а там плотненькая, теплая. Вы не хотели бы поучаствовать в нашем YouTube-мероприятии небольшом? Интересное мероприятие, что и как. Меня зовут Жека Евгений. Я сейчас вам задам 5, может быть, где-то простых, а где-то и не очень простых вопросов. Хорошо. Если вы на них правильно отвечаете, то я вам даю подарок. На чей взгляд правильно? Может быть, на мой взгляд правильно, а на ваш нет? На мой взгляд. У меня есть ответ, и вот какой ответ я написал правильно, такой есть. Да. Он может быть неправильным, но я написал такой. Но я должна угадать то, что написали вы. Естественно. А вы говорите, я должна правильно ответить. Я должна угадать. То, что написали вы. Я убежден, что это правильно. Я готова. Я сидел сегодня утром в интернете, я гуглил, муглил, дуглил, занимался всеми этими манипуляциями, чтобы удостовериться в том, что это правильные ответы. Ну, вы знаете, я тоже много сижу в гугле, мугле и всем прочем, но не всегда там есть точный ответ. Проверим. Да? Хотя меня действительно ругают за то, что мои вопросы... Нет, не вы, а те люди, которые смотрят. Нас смотрят люди. Живые, прекрасные. Ну, я вас обожаю, друзья. Спасибо, что вы смотрите эти видео. Да, меня ругают, говорят, Евгений, вопросы у тебя некорректные, глупые, да и сам ты... недалекий. Ну, и я тоже бывает, немножко неадекватный бывает. Человек. Да. Может быть, это прекрасно. Еще раз для наших зрителей, как вас зовут? Меня зовут Элен. Элен? Элен. Именно Элен? Нет, полное имя Елена, но я люблю на французский. Мне очень нравится, тогда я буду Ожен. Ожен, приятно очень. Qu'est-ce que c'est? C'est pleasure. C'est pleasure? А ça va bien? Oh, bien. Кому ça va? Bien sûr. Très bien. Ожен. Все, это весь мой французский. Итак, поехали. В романе Достоевского «Война и мир» с кем изменила Стойте. Наташу Джеку Лондону? Стойте. Так, Наташа изменила в «Войне и мира». Ну, тут много у вас напутано, но ничего. Чего я напутал? Ну, не Достоевского, а Толстого. О, какая вы внимательная, Ален. Не, ну у вас много... Ну, если вы хотите, чтобы Наташа именно в Достоевском изменила... Ладно, я вижу, вы все сечете, поэтому следующий вопрос. Так, название... О, это вопрос может быть для вас вы сложноватым. Да. Название этого удара в боксе переводится «рубануть снизу вверх». Это хук.
хоть вот так вот, да, вот, то есть мы стоим. Бам! Я смотрю бои, но в терминологии не сильно. Вы знаете, если вы знаете слово «хук», то это слово, я думаю, вы тоже знаете. Сколько вам лет, извините за скромность? Мне, извините, без скромности, мне 60 лет, я этим очень горжусь. Тем более, вы прекрасно выглядите, мне кажется, Элен. И нет, все точно же, все, этот, не знаю. Я бы еще подумала, но я тороплюсь. Давайте вспомним английский язык. Плохо с вниз, английским. Там up, stand up. Я знаю, up down. Come on, up, per. Up, per. Подождите, подождите. Апперкот, господи. Я же говорю, что это вы же знаете. Это на французском больше апперкот. Maybe. Но ну, мне да, почему-то слово up. Это да, мне нет, как-то было ближе. Может быть, это на французском. Я знаю, что много французских слов. Я не очень языке. Умный человек, поэтому, возможно, а все это так. Ой, следующая песня. Да. С нами память сидит у стола, а в руке пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене. ДДТ Шевчук, серьезно? Может... Это серьезно? Все, ДДТ. Что останется после меня. Вот если вы с этой фразы начали, меня. Это Шевчук. Шевчук. Это все. Больше увлекаюсь такой музыкой. Здорово, как мы прям попали туда, да. Куда надо. Да? Я не могу сказать, кто такой Стас Михайлов, но скажу, кто Шевчук. Кто, знаешь, кто Моргенштерн, ну, Нилетто и все прочее. Я думаю, что на этот вопрос вам даже не нужны варианты. Что такое скабрёзный? Это, знаете, такое иронично, сарказм такой. Это русское слово, как да, мне да. кажется. Да, давайте варианты все-таки я накину. Скабрёзный – это смешной, душевный, недалекий, либо неприличный. Это скорее неприличный. Да. Скабрёзный анекдот. Неприличный. Да, анекдот. Да, это неприличный. Все это верно. Так... А вы куда опоздали? Я за внучкой в детский садик. Все. А до скольки садик? Нет, но мне просто еще добираться далеко. Все хорошо. Последний вопрос. Единственный в истории вратарь, который получил самую престижную футбольную награду – золотой мяч. Яшин. Будьте любезны, подержите, пожалуйста, вот эту колбаску. Я так люблю. Давайте. Я между Пеле и Яшиным. Можете что-нибудь поговорить пока. Но я точно знаю, что Яшин... Я всем очень рекомендую больше смотреть спорт, я им очень увлечена, больше смотреть современную музыку, и очень я рекомендую именно моему поколению. И я хочу очень порекомендовать молодому поколению, не надо думать, что мы не продвинутые. Когда мы знаем Моргенштерна, Нилетто и прочую прекрасную и шелупень. Коку, и всю эту шелупень, я потому что все это смотрю, анализирую и хочу понять. Ну, вообще, как бы, может быть, я даже немножко и в тренде, мне это нравится. Это ваш подарок. Ой, да. Мерси Бог. Спасибо вам большое за участие, Элен. А можно сказать, на что я потрачу? И давайте. Я очень люблю хорошее пиво. И в трописте. Я в бельгийском пабе где-нибудь выпью. В трописте? У нас на Радищево. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания, Элен. Да, до свидания. До свидания. До свидания, Элен. Ой, какая приятная, милая женщина. Здравствуйте. Не хотите ли поучаствовать в нашем ток-шоу? Ток-шоу, да. Ответь на вопросы. Ответь на вопросы видел, и да, получи да, бабосы. Есть слушайте, несколько минут. Я просто тороплюсь. И ты замерзнешь. Без шапки по-любому. А, есть капюшон. А? Называется «Негодяй ТВ» наше безобразие, все. Да. А вопрос не очень сложный был? Да нет, где-то сложно, где-то нет. Давай, что, почему ну, бы не поучаствовать? Ну, по-быстренькому. Куда бежишь? А вот в ресторанчик, перекусить. На парах? Да. За 340 либо за 390 обед будет тебя ждать сегодня? Нет, я не беру обед. Ну, почему? Ну, потому что мне не нравится. Серьезно? Я только что съел там обед. Прекрасно. Я возьму оливьешечку, пюрешечку и котлетку. Ну, хорошо. Блин, а я вот недавно... Давай к солнышку, да? Случайно на каком-то что-то дали стал. Что-то было, да? Прикольно, да. Прикольно, модно, молодежно. Как зовут тебя еще разочек? Юра. Юрец, меня зовут Жека. Товарищ Тома Сойера. А сколько тебе лет? 33. Мы с тобой ровесники. Как говорит Николай, уже мой товарищ, год Христа. Гекльберифин. Ты молодец. Серьезно? Да, все верно. Как меня зовут? Не знаю, вот правда. Я только что сказал тебе.
познакомились. Очень ты, плохо, Юра. Очень плохо с именами. Очень плохо с именами. Только что я представился. Очень, ты хороший человек. Я прекрасный, но это второй вопрос. Серьезно? Сейчас я подожди, я открываю. Открывай. Кратковременную память. Да я даже подсказывать тебе не буду. Александр. Свистоплясов. Лёха. Тем более. Ну, подсказочку, да, какую-нибудь? Так можно и девочку назвать. Так, значит, Саша отпадает. Женя. Как зовут тебя еще раз? Юра. Юрец, меня зовут Жека. Поехали дальше. Так. Значит, ты проголодался, да? А сам-то откуда? И путь держишь? Я вон из машины, в общем-то, путь держу. Из тачки, да? Что такое супостат? Неприятный человек. Да? С чего ты взял? С чего ты взял, что я супостат? А я не говорю, что ты супостат. А кто супостат? Неприятный человек. Ага, Димон супостат. Нет. Угу. И такого я не говорил. Может быть, тебе нужны варианты ответов? Ну, давай. Супостат – это повар супов, это депутат, это враг, это курьер. Это враг. Это враг. Да. Откуда такие познания? Ну, вот не знаю, вот откуда-то. Лимпопо. Вопрос номер 4. Часть народа, проживающая не в своей стране и образующая этнические группы. Этнос? Шметнос. Нет, хорошо, нет. Часть народа мигранты. Нет. Часть народа, проживающая не в своей стране, образующая этнические группы. Yes. Какие-то сложные вопросы. Смотри, легче были. Да, так, легче сейчас. Надоело уже вот это спрашивать там, как зовут Пушкина и прочее. Это будет. Так, все, мы взрослее. Не проживающие не в своей стране. Ну, вообще, ну, этнические группы. Покидай, как всегда, я предлагаю покидать синонимы просто. Я в голове. Я не задаю тех вопросов, слова, которые какие-то сверхъестественные. Они всегда где-то есть на слуху. Хотя в этом выпуске будут для кого-то. Слушайте, сверхъестественные слова. Стоять, да? А знаешь, какая картинка будет бешеная? Все нормально, я в очках. Просто что я. Ну, конечно. Этнические группы. Община вообще, это, ну, как бы... Ну, не знаю, ну, сдаюсь. Ну давай вот еще покумекай-то немножко. Могу сказать тебе, что в конце есть две буквы. Последняя А, а предпоследняя буква Р. Я сейчас икнул прямо в себя. Не пахнет ничем? Нет, расслабляй. Не чувствую морозил. Ну, Ра в конце. Ра. Кем работаешь? Кем учишься? Не работаю, не учусь, да. Вообще ничего не делаю. Что за тачка у тебя? Ауди. Аудюха новая? Нет. Какого года? 15. 15? Что, классная тачка? Так себе. И что, прям на автомате? Прям, да. Офигеть, а почему? Она вариатор. Вариатор, это же гадость. Хотя на аудюхе, я думаю, ништяк. Ну, да. А чем тебе не нравится аудюх? Я хочу поновее. Да? А аудюху тоже? Нет. Мерсик бы хотелось. Может, заработает? Слушай, а откуда это, как его, не работаешь, аудюха-то у тебя? Ну, купили, подарили. Родители? Да, ну, что за много вопросов. Ну, интересно, пока ты думаешь, что мне тут стоять, просто так мерзнуть. Ну, главное, чтобы потом это не покажешь, чтобы не показали. Почему? Почему не показали? А для чего мы снимаем все это видео? Чтобы показывать все. Думаешь, я буду монтировать? Буду, но немножко. Сейчас ты меня сбиваешь. Чисто буду там увеличивать лицо твое и не увеличивать. Так. Добавлю музончик какой-нибудь. Что еще сделаю? Здесь будет написано, здесь будет, знаешь, что написано? А, будет пердеж еще вставлен. Когда ответ, хочешь твой, можешь к нам после того, как пообедаешь, прийти, мы запишем твой пердеж. Ну окей, договорились. В общем, сейчас будет пердеж. И будет слово написано, которое правильное. А правильное слово у нас. А. А.
Ну точно. Ну ладно, все. Ну давай, Юрец. Ну это потому, что я голодный. Это потому, что ты голодный. Хорошая отмазка у тебя, все тебя поэтому... О, да, Юрец-то был все, голодный, да? Да. Спасибо тебе. А, все, два вопроса всего, что ли? Два вопроса? Больше... Это был четвертый. Я просто первый был какой-то очень простой, второй был, несуразный. А вот... То есть ты считаешь, что когда я спрашиваю, как меня зовут, это несуразный вопрос? Ну это как бы это не относится к общим знаниям. Махунга! Итак, други, пока своим зрением я выискиваю следующую жертву, хотел бы вам сообщить следующую информацию. В этом видео... Здравствуйте, девушка, можно с вами познакомиться? Вы все опаздываете. Куда вы все опаздываете сегодня, а? Куда? Куда? На встречу. На встречу выпускников? Нет, на встречу с коллегой. Коллега. Будет серьезный у вас разговор. Ну, я надеюсь, что да. Да? Как вас зовут? Марьяна. На улице не май месяц, Марьяна. Зачем вот вы сняли капюшон? Меня просто тенью на вас передавать. О, Дмитрий, ну хорошо. Все хорошо? Да все супер, что жаловаться? Все супер, жаловаться нечего, вообще, да? Не на что. Что-то хотел сказать, да из головы вылетело. Да? А, ты не все, ожидал, что будет столько позитива? Ой, сколько позитива, прям не могу. Ты сейчас вся в позитиве? Ну, сегодня отличный солнечный день. Для Питера это редкость, так что, мне кажется, это хороший повод, чтобы было хорошее настроение. Вертолет! Сними вертолет, пожалуйста. Может, кто-нибудь не видел вертолет? Это вертолет. А можно вопрос? Подожди, Дим, хватит снимать вертолет. Вопрос, Марьян, хочется задать. Вы откуда? Вы что-то снимаете? Вообще, я приехал с этой, как его, с Русановской улицы. С Русановской улицы? Да, да, это да, та, да. Которая раздолбанная? Уже починили дорогу. А коллега-то сейчас ждет? Это Невский район, насколько я помню. Невский район. Сейчас дорога, просто летаю на ней, на санях. Значит так, сейчас я задам тебе 5 вопросов. Если ты на них отвечаешь правильно, я заплачу тебе бабосов. А сколько бабосов? Всего лишь 1000 рублей. Я не сильно буду мучиться, если не я, надо не, мучиться, если не я на... их не заработаю. Здесь не нужно мучиться, понимаешь? Это же шоу. Мы это сделаем для развлечения, для того, чтобы пообщаться с тобой, ага. Поприкалываться. Хорошо. А какого здесь рода нету будут у меня... вопросы? Я не знаю. У меня нету... Ты будешь задавать, если ты их знаешь? Я не знаю, какая достанется тебе партия. А, их там много, да? Я с утра просыпаюсь, я выбираю 25 вопросов, я прям придумываю их сам, где-то подглядываю. И так, 5 вопросов, 5. Поэтому сейчас что попадется, то и попадется. Поехали, что делать? Ах, а сколько тебе годосиков? Ну, больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну, на мой вкус тебе 27 лет. Больше. 33. 34. Ой, слушай, а мне 33. Ну, у тебя тоже лет 27. А выглядишь да. Свежее меня. Да. Первый если вопрос. Если бы у меня была борода... Я бы сказал бы тебе да. По-любому, да. Почему я так сказал? Типа, я что? Того? Да нет, ну, я не того. Ну, если бы у меня была борода, я тоже выглядела бы хуже, чем ты это хотел сказать. А, все, да, наверное. Поехали. Самая крохотная девочка из сказок... Гогена Харизмата Дюймовочка. Дюймовочка. Да? Ты знаешь. Я просто дочкой недавно эту сказку читала. Какая же фигня. Смотри, я уже, подожди, 10 рублей я уже отжала. Нифига. В смысле? Не, нифига. 5 вопросов, 1000 рублей, мы сбросили их делим. Нифига. Второй вопрос. Махунга! Почему Тургенев все-таки сжег второй том «Мертвых душ»? Творческий кризис. Нет, нужно как-то более корректно. Есть же причина, она очень серьезная. Об этом знают почти все эти школьники, наверное. По крайней мере, у нас в школе. Я уже давно не школьник. Ну давай вспоминай. Мертвые души, мертвые да, души. Вот Тургенев, что-то там он, не знаю, напился или что. Политический контекст был, его попросили сжечь. Ты не помнишь точно? Нет, я точно просто не помнишь, помню. Да? Я начинаю фантазировать, учитывая, что это мертвые души, там, конечно, можно политический. Давай, все-таки, подсказка есть в самом вопросе. Могу еще раз его озвучить. Почему Тургенев сжег второй том мертвых душ? Потому что он его не писал? Да. Потому что кто написал мертвые души? Гоголь. Все, видишь? Это, все видите, все, конечно, прокатило, отлично. Да? Я уже начала переживать. Да, все в порядке. Видите, все в порядке. Это не из-за того, что
Она не знает, она просто не услышала. Ну, такие не злые, порой бывают злые. Мне фамилия вместо Тургенева Гоголь послышала. Да, она слышала вместо Тургенева Гоголь. Успокойтесь, злые люди. Нет, на самом деле прекрасные люди меня смотрят, но некоторые есть... С такой, знаешь, вонючкой там у себя внутри. Да, я знаю. Вот я хочу есть сказать такие. Таким людям, что надо быть добрее. Попроще надо быть, и ребят. Попроще, у нас простое все, шоу это простое, это не проверка знаний. Это вот то же самое, вы идете, и случайно подошел мужик. Пообщались, поржали. Чпокс, 1000 рублей, кто Чпокс, здесь? Чпокс, тем более. Скажешь тоже. Так, а ты опаздываешь, да? Ну, у меня там... Ну, есть 5, ну еще минуты. На 3 вопроса я готова ответить, но не больше. Мне нужна подготовка. Давай. Подержи колбасочку. Там. Окей. Колбаска? Да. Ну, сосиска в тесте. Может быть. Музыкальная. Музыкальная. Поехали. В этом мире я гость непрошенный, отовсюду здесь веет холодом, не потерянный, но заброшенный. Ты все знаешь? Ну, это Лепс. Нет? Есть приятное обстоятельство. Что вопрос? Я люблю тебя, это здорово. Кто поет? Лепс, это же этот... Я тут буквально вчера, почему эту песню я решил выбрать, я увидел в ТикТоке, как этот мужчина, он уже не молод, хотя не молод. В целом, на самом деле, он не так уж и стар. Я помню его картинку, он такой в очках, да? Он не в очках, он такой строгий вид у него, он без очков. Он сейчас, видимо, он приболел, он, наверное, скорее всего, какой-то был у него инсульт, и он был на радио, и он пел эту песню, и... Не видно, что по голосу у него какая-то дикция не та. Я думаю, офигеть, это же он. Это не Меладзе? Нет, это не Меладзе. Я только одну песню вообще знаю его. Это вот самый хит. Ну, ты же знаешь Пулебасу эту песню? Эту песню я слышала много раз. Это здорово. Классная я песня. Я пытаюсь в голове какую-то картинку. Давай мы пока вот оставшиеся 2 вопроса, а я пока подумаю, кто бы это мог быть. Блин, я так не делаю никогда. Ну, давай сделаем. Почему нет? Да, правила создаются из для ниоткуда. Того, чтобы вообще... Да вообще для правила того, это... Хорошо. Зачем эти правила? Ненавижу правила. Согласен, поехали дальше. Махунга! Так, у меня мокрые усы сейчас, скажи честно. Нет, все, нет, все в порядке, слава богу. А психология, склонность к постоянным... Еще раз. Психология, склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел. Лень. Нет. Есть варианты ответов. О, поехали. А почему ты раньше не говоришь, что есть варианты? А тогда не было. Тогда не в было. Этом вопросе есть. Итак, это Курамузье. Это гештальт. Дальше. Это прокрастинация. Дальше. Это кюкюш. 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 Третий вариант. Это прокрастинация. Что? Ты уверена в этом? Ну, это точно не гештальт. Это точно не первое. А кюкюш? Кюкюш, я, к сожалению, не очень сильна в психологии, чтобы... Это я сегодня с утра придумал это. Ты придумал, да? Нет, ну, классно же, да? Кюкюш. Кюкюш. Такое ощущение, что это какой-то очень знаменитый французский психолог, который написал очень много интересных книг, открыл несколько потрясающих теорий. Да, это прокрастинация. Вопрос. Давай вернемся все-таки к песне. Нет, давай вот следующий, последний. Да. И песню мы на финалочку. Да. Особо религиозно-философская мистика, эзотерическая и магика, оккультное учение о природе. Варианты? Нету. Ну как? Это был 5-й вопрос. Ты сама понимать должна, он посложнее. Какие варианты? Так, я тебе скажу своими словами. Эти... мудозвоны, так их зову, хотя это прекрасные люди. Они вроде бы как и ученые, но в те годы, в те давние средневековые и туды-смудысь годы, какие нахрен ученые? И их называли колдунами, мудаками, их сжигали на кострах, потому что они занимались безобразием, полным. И поэтому все так произошло. Да, это алхимики, вся эта хрень называется. Алхимия? Да.
Я подумала про более современные философско-религиозные учения. Я не знаю, что там я, подумала. Я давай вспоминай, кто тебе поет. Я не скажу, кто. Господи, я на все вопросы ответила, а кто эту песню поет, да. Я не помню. Блин. Я люблю тебя, это здорово. Ну, короче, давай, давай 500 рублей тебе и 500 рублей мне. Я на 4 вопроса ответила. Так дела не делаются, давай отвечай на то, кто это поет. Господи, я же практически никого фамилия, не фамилия, нужна просто фамилия. Она давай связана с одеждой. Одежда? Да. С нижней, Трусов? Нет, почти с нижним бельем. Бельем, да. Я не знаю, это называется нижнее белье. Личковские трусы. Например, подштанички. Подштанники, да, еще есть какие-то там. Ну нет. Это русская фамилия, значит, оканчивается на «ов», да, и предмет одежды, вонючий, бывает у некоторых пассажиров. Ботинков. Носков? На носков. Это здорово. Все, я вспом... Да, носков, точно. Возьми эту штуковину. Давай. Что-нибудь пожелай людям. Вот. Я пока в кассу. В кассу. Скажу, да. Значит, я хочу людям пожелать быть проще, быть добрее, любить друг друга и зарабатывать деньги самыми достойными способами. Спасибо тебе большое. Ну, не за что. Все, рад был с тобой. Давай. Хорошая ты баба, конечно. Я знаю. Ну все. Удачи вам. Давай. Ты даже не спросишь. Чего спросить? Где ты будешь смотреть все это дело? Да, где я буду смотреть. А я думаю, все так это дело будет. Кто-нибудь по-любому из знакомых позвонит и скажет. Скажет, Марьяна, да, да. Попадос. Попадам, ты обняла чувака этого. Мы все видели. Негодяй ТВ. Как называется канал? Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Все, добро. Я услышала. Добро. Увидимся. Все, давай. Удачи. Пока. Я хотел что-то сказать, пока никого не нашли из участников, пока я не понимаю, кого бы мне выцепить. Да и народу что-то не так уж и много. Скажу очень важную для меня информацию. В этом выпуске не будет рекламы, но в то же время мне хочется пару ласково сказать от себя. Ребята, во-первых, я с удовольствием рекламирую в описании те реквизиты, которые есть, чтобы вы не стеснялись и задонатили немножечко мне лавешечки. С чего ли такая наглёшь? Расскажу. У меня товарищ Мишаня, вы его все знаете прекрасно, он уехал в Америку там по делишкам, приедет через 2 недели. И он должен привезти мне новый MacBook на M... Знаешь, что такое M1, брат? Знаешь, что такое M1? Ну, какая-то мощная. Это новая мощная фигня, она стоит в Америке дешевле. И мне нужно за 2 недели, он приедет через 2 недели, накопить хотя бы 90 косарей. Хотя бы 90, потому что есть варик еще купить покруче за 160, там 150, но хрен с ним, 90. Если у меня будет новый комп, во-первых, будет больше видосов. В-третьих, я буду быстрее их выкидывать, потому что на монтаж я трачу по 3 дня. А все это делается, если, ну... смешно. 4-5 часов необходимо для того, чтобы смонтировать мой видос. Я трачу 3 дня, потому что у меня старый, еще и не мой компьютер. Ну, не стесняемся, сдонатим бабосики. 50-100 рублей, прям такой марафон, пофигу, да, не стесняемся. Также, вы думаете, что я не работящий человек? Нет, я ведущий мероприятий, мега бешеный ведущий. Заказывайте движуху любую, в любом городе, в любой стране, у меня есть загранпаспорт. Я приеду и проведу вам офигенную, я классно провожу мероприятия, ребята. На данный момент я беру 40 тысяч рублей, всего лишь 40 тысяч рублей за 4 часика. Ребята, кто здесь? 2 мероприятия и все, компьютер у меня в кармане. Да, и рекламку. Цепляем здесь рекламки. Я беру не так уж много бабосиков за рекламу. Туру! И такой, знаешь, типа на церковь. Типа я такой молодец, я не делаю то, что делал раньше. Я не сотрудничаю со всякими товарищами, которые покеры... инвесторы, всякие другие эти приколюхи, либо какие-то игрушки, которые нужно... Короче, шляпу я не рекламирую. Поэтому, ребят, поехали дальше. Макунга! Кого бы нам окучить, кого бы нам... Здорово, отец. Девушка, можно вас? Здравствуй, девушка. Ну, рассказывайте, что там у вас из листовочки. Да, раздаю, работаю. Школа танцев? Да. Вам сколько годиков?
13. Ах, молодой, очень жалко. Хотелось бы, чтобы вы поучаствовали в нашей рубрике, но вы слишком молоды. Извините. Школа танцев? Да. Да? Диара. Давайте расскажем про школу танцев. Вас как зовут? Ксения. Ксения. Так, Ксению выдать премию, понятно, школа танцев? Мы рекламируем. Школа танцев находится... Где находится? Акима 6. Акима 6. Вот, чтобы вот девушки выписали премию, понятно? Если бы не она, этой рекламы бы не было бы никогда в жизни. Все, спасибо. Спасибо. До свидания. Добро. Надо делать добро людям. Но если премии ей не будет, пеняйте на себя. Я вас найду и скажу всем, что на танцах, там, на Акимова, премии не дают. Здравствуйте, молодой человек. Да. Да, да. Куда путь-то держим? На Амиго. Станции метро Василия Островская. Как зовут тебя? Кирилл меня зовут. Сколько годиков? 27 целых. Это хорошо. В общем, окучим мы тебя последнего и пойдем, потому что уже холодно. Вопрос номер один. Руководитель СССР после Ленина. Возможно, Сталин. Вопрос номер два. Свадебный марш написал... Угу. Блин, честно, не помню, но, по-моему, на В. Фамилия его. Нет, на М. На М. Марш? Не женаты, да? Нет, конечно. Нет, да? Всегда врубают марш. Мендельсона. 6 и 7. 42. 6 и 6 – 36. 7 и 6 – 42, да. 6 и 7. 7 и 6 – 42. Подержи колбасочку. Подержи. Это вот эта колбасочка? Да. Это вопрос? Нет. Нет? Это констатация факта. Так. А я стану знаменитым? Да хрен его знает. Ладно. Так. Высовывай из ушей свои вот эти бананы и засунь четкие AirPods. Ага. Бешеные. Понятно? А второй? Тебе одного хватит. Ну ладно. Музыкальная. Кто поет? Ну, наверное, индус какой-то. Рэпер. Что, реально не знаешь, что это поет? Не знаю. Я даже дал тебе послушать это. 27 лет себе. Ну, ша, может быть, он начнет говорить. Ну, судя по словам, это тот, кто обладает языком индийским, индусским, ну, точно не индийским, да. В конце MC. На букву П. Ну, давай, бро, давай, MC. П, MC. П, B, MC. Ну, это, наверное, еще на любых, да, трек? Да. Не, короче, сдаюсь. Па, МС. Ты не знаешь? Позор. Если вы не знаете этот трек, вам всем позор. Если вам больше, чем 27 лет, позор вам не знать этот трек. Позор. Это Панджаби МС. Не знаю. Спасибо. Не удалось. А я все, я коченел. Я тебе так скажу, что я коченел. И на этой прекрасной ноте я, наверное, прекращу запись этого видеоролика. Пожалуйста, подержи эту штучку еще раз, я одену варежки. Я не могу, я так замерз. Так, мы заканчиваем этот видос. Ты не согласен? Давай, скажи. Да, я согласен, надо уже кончать, руки замерзли. Да. И холодно, да. Поэтому мы заканчиваем это видео. Да, ты можешь идти, спасибо тебе. Было очень приятно познакомиться с тобой. Зря ты это самое не знаешь Панджаби МС. Так бы тысячи рублей все удовольствие бы получил. Да, деньги. Все, ты молодец, ты терпеливый. Отрастить на башке столько волос – это терпение. Да, я знаю, что такое. Ого, сколько отращиваю их. Да? Большие там волосенки, да, у тебя? Там, короче, вот так.
Я их когда раз это самое... Ну, надо бы подмандить немножко. Здесь вот это... Можно, да? А то вот это торчит, короче. Ну, ладно, я, короче, все, хочу уйти, да, стою. Ну, давай, давай, все. Давайте. Давай, пока. Пока. Пока, пока, пока. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите эти... Здравствуйте. Hello. Hi. How are you? Спасибо, что вы смотрите... Мы прямо у церкви стоим. Давай отойдем. Да, как-то неприлично нам с тобой, язычникам, стоять около церкви. Да нет, все нормально, я крещеный. Я крещеный, самый мусульманский буддист, у меня все в порядке. Итак, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы смотрите это видео, за то, что вам нравится отвечать на эти вопросы, просто ставить комментосы, лупасить лайкосы. Обязательно подпишитесь на канал. Если вы не зарегистрированы в Ютубе, зарегистрируйтесь. Ради меня. Все вы пишите комментарии по 6, по 7 комментариев. Пишите. И еще предлагаю вам сделать не один аккаунт, а больше, чтобы у каждого было по 73 аккаунта, из каждого аккаунта лайки и по 30 комментариев, по 34 комментария, по 33 комментария. Пишем все, что накоплено у вас. Типа, какой хороший парень, парень-то какой хороший, вот Женька-то молодец какой, снимает такие выпуски, молодец. Вот все вот это пишем по традиции и в конце... Мы обязательно закрепляем ваш комментарий словом «хуба-буба». Понятно, да, к чему я? Вы понимаете, да? Сечете «хуба-буба». Респектую, спасибо. Не забываем про мой второй канал, который называется «Еширяев». Там по-любому сейчас выскочит еще один видос. Прям так, ну не такой же, но будет видос с моим участием. И не забываем, что мне нужен новый MacBook, на котором я буду... монтировать красивые, качественные, причем оперативно монтировать видосы для вас. А для кого же еще? Конечно, для вас. Ёшкин-то кот. Все, спасибо. Как говорится, коко-джамбо.